Грузовичок Лёва. Это детская площадка. А это грузик. Он расставляет по местам шарики с буквами. Какая буква на зеленом шарике? Это буква Г. Смотри, кто приехал! Грузовичок Лёва. Лёва, тебе нужны буквы, чтобы собрать новое слово? Скажи грузику, какие буквы тебе понадобятся? Грузик все понял. Лови буквы, Лёва. Спасибо, грузик. А теперь поехали собирать слово. Лёва, мы приехали? Какое же слово у нас получится? Г. О. Р. А. Гора. Лёва, получилось слово «гора». Хочешь поехать в горы на поезде? Теперь получилось слово «горка». Горка. Как на детской площадке. Смотрите, вертолет летит. А вот и горка. Лёва, грузик, давайте кататься с горки. Грузовичок Лёва. Сегодня на детской площадке играет маленький погрузчик. Грузик собирает кубики с буквами. А это грузовичок Лёва.
Лёва, тебе нужны буквы, чтобы собрать новое слово? Ага. Грузик так ловко забрасывает кубики в кузов. Спасибо, грузик. Давай посмотрим, какие буквы привез в кузове Лёва. В. А. Г. О. Н. Вагон. А вот и поезд с вагонами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У этого поезда 6 вагонов. Смотри, грузик привез букву «ы». Теперь у нас получилось слово «вагоны». Здорово! А давай повезем все кубики кататься. В. А. Г. О. Н. И. Поехали, поезд! Молодец, Лёва! Молодец, грузик! А в следующий раз соберем другое слово. Грузовичок Лёва. Это детская площадка. А по ней едет грузовичок Лёва. У него в кузове кубики с буквами. Лёва, смотри, вот еще буква. Буква «В». Положим ее в твой кузов. Ага. А какая буква лежит среди мячиков? Буква «О». Буква «З» стоит на качелях. Мася, можешь подбросить кубик? Отлично. Интересно, какое слово будут собирать Лёва и Мася сегодня? Автовоз. Угу. Давай начинать, Лёва. Это буква «Т».
В. Лёва, слово почти собрано. Не хватает только первой буквы. С какой буквы начинается слово «автовоз»? Хм. Где нам найти нужный кубик? Отлично! Маленькие машинки привезли кубики с буквами. Лёва, где здесь буква А? Готово! Мы собрали слово «автовоз». А какие еще слова начинаются с буквы А? Хм. Ананас? Да. Машинка? Нет. А, автомобиль. Хм. Автовоз? Конечно! Молодец, Лёва! А вот и настоящий автовоз едет. В следующий раз мы соберем другое слово, а Мася тебе поможет. Правда, Мася? Грузовичок Лёва. Лёва, уже утро, пора вставать. Доброе утро, малыш. А? Ты проснулся? Интересно, куда поехал Лёва? Смотри, у него в кузове шарики с буквами. Ай! Ой, буква П упала. Ха-ха. Экскаватор Мася нашел букву П. Опа. Он играет с ней, как с мячиком. А малыш Лёва на месте. Сегодня он будет собирать новое слово. Вот сколько у него шариков с буквами. Лёва, ты знаешь все эти буквы? Ага. Какое же слово ты будешь собирать? Пикап?
Отлично! Это буква И. П. Пи. К. А. Ха-ха. Мася, помогай Леве. Пи-ка. Пока все получается. Но вам не хватает буквы П. Правильно, Лева. Это буква П. Но эта же буква должна быть в конце слова. Угу. Мася, но теперь буквы П не хватает в начале слова. Вам нужен еще один шарик с буквой П. Давайте его найдем. П. Молодцы! Теперь все буквы на месте. Пикап. Приходите собирать новое слово.